Очень тяжелая игра в Назране, в принципе. Я не первый раз здесь играю как главный тренер, поэтому все игры очень тяжелые здесь получаются. И сегодняшняя не стала исключением. Было очень много борьбы, тяжелое поле. И я по большому счету не вижу здесь смысла о каких-то игровых действиях говорить. Вот самое главное было не уступить в борьбе, подбирать нейтральные мячи и проявлять характер на протяжении всего матча, что нам, в общем-то, и удалось. И, на мой взгляд, у нас было больше возможностей для забитых мячей. Мы создали больше моментов, чем хозяева. И, в принципе, за исключением там некоторых эпизодов во втором тайме, когда соперник очень активно играл в передней линии, в общем-то, и ничего такого там не позволили там создать сопернику. Единственное, что там со стандарта имели они такой опасный момент. Поэтому, на мой взгляд, очень важная для нас и заслуженная победа.